повторю, игры СНГ. Очень важный старт. Ну, для нас это вот четвертый год МЛО ЖКТО, это самый важный старт в сезоне. Ну, и он многое что решает, скажем, нашего будущего в плане там, тех же стипендий, места в сборной. Так что это очень серьезно. Мы весь сезон, то есть, готовились именно к ним. С Беларусь-Россией это очень сильные на мировой арене пятиборцы. У нас хватает серьезных соперников внутри стран наших, которых, ну, не позволяют, скажем, в любом случае расслабиться или что-то потерять. Да, не хватает опыта выступления на международной арене, но на мне, как минимум, это сильно не сказывается.